А это еще что такое? Прищепки? Нам что, белье придется развешивать? Эй, не тормозите! Вам нужно прицепить их к лицу! Сколько вы сможете прицепить за 30 секунд? Джентльмены, приступаем! Ой, как больно! Только не брови! Сколько еще терпеть? Все не так уж плохо. Вообще нормально. У него что, лицо совсем боли не чувствует? Он даже не мигает. Да, Брайан остался далеко позади. Как у него это получается? Осталась одна секунда. А, черт! Зря старался. Теперь все лицо будет в синяках. Да, какая-то скучная вечеринка. Оу, а она откуда здесь? Дыхание? Довольно свежее. София, привет! Так здорово тебя здесь увидеть. О, а вот и Брайан, тут как тут. О, привет! Ну уж нет, я первый. Так, на чем мы остановились? Не все так просто, Адам. Эй, я тут! Подожди, мы еще не договорили. София! Эй! Что? Ну что, мальчики, устроим поединок? Давайте попробуем. Как насчет двойного чизбургера? Какие аппетитные. Эй! Я не разрешала вам их есть. Сначала узнайте правила. Вы только что стали участниками челленджа 30 секунд. Готовы к поединку? 1, 2, 3, поехали! Выиграет Брайан? Или чемпионом станет Адам? Так держать. Давай закончим дело одним укусом. Брайан, тебе нужно жевать быстрее. Ну же, Адам. Ты так близок к победе. Осталось всего 3 секунды. Похоже, медленный, но верный подход побеждает. Адам, ты дышать можешь? София, так кого ты предпочтешь? Крутого и уверенного в себе Адама? Или пофигиста Брайана? Так трудно сделать выбор. Ой, кто это? Я его никогда раньше не видела. У меня даже бабочки в животе появились. Пока, ребята. Похоже, сегодня просто не наш день. О, ребята, это ваше первое свидание. Что добавит ему романтичности? Конечно, подходящий десерт. Кому маршмеллоу и мед? Открывай пошире. Эй! Это не тебе, Брайан. Ничего, если я присоединюсь? Отлично, вечер испорчен. Он что, намеков не понимает? Он всегда рассказывает свои глупые истории. Всем плевать, бро! Что теперь делать? Кажется, придумал. Грязный челлендж с кроссовками! Звучит весело, не так ли? Вы когда-нибудь думали, каково это? Надеть кроссовку с медом. О, это просто ужасно! Итак, все готово! Ну что, пора надевать. С каждой секундой становится все слаще. Вау! Медовый потоп! Спорим, внутри очень липко. Вы слышите? Пчела! Беги! О, посмотри на эту тачку! Думаешь, она перескочит через мост? Это то, что я думаю? Ой, а мне пора бежать. Хорошая попытка, Брайан. Но пришло время для грязного челленджа.
Снимай кроссовку. Надеюсь, ты любишь овсянку. Потому что у тебя будет огромная порция каши. Фу! Что может быть менее аппетитным? О, нет, пожалуйста, нет, нет, нет. О, да. Теперь все. Что ж, похоже, финал близок. Надеюсь, она все еще теплая. Да, она теплая и мерзкая. Это самое ужасное ощущение. Каша до сих пор продолжает течь. Вот и все. Я больше никогда не буду чихать. Месть так сладка. Тебе повезло. Нам пора на уроки. Пришли вовремя. Посмотри, как усердно занимаются девчонки. Но сейчас они кое на что отвлекутся. Привет! Что за странный запах? Боже мой! Это наш сегодняшний завтрак. И Брайан носит его на себе. Давай! Выбирай меч, я почти победил! Эй, Кевин, я принесла пиццу. Нет, моя сдача! Прости, Эми. Теперь мне нужно все это собрать с пола, не так ли? О, нет! Из-за ногтей я не могу ничего поднять. Ладно, я помогу. Все намного проще, когда у вас нет длинных ногтей. Ну что, теперь мы можем поесть? Я богат! Эй, это мое. Отдай сюда. Не, вдруг ты опять рассыпешь. У меня им будет безопаснее. Что-то мне подсказывает, что Кевин пожалеет об этом. О, Кевин, скучал по мне? Тебе лучше быть потише, Эми, он может проснуться в любой момент. Похоже, мы здесь одни. Эми, осторожно, он просыпается. А, чуть не попалась. Что, сладко спишь, да, Кев? Хорошо. Я преподам Кевину ценный урок. О, нет, что она сделала? Ой, похоже, я снова уснул на диване. Отлично выспался, кстати. Думаю, пора собираться на учебу. А, Кевин, кое-что выглядит по-другому. Что это? Я что, во сне сходил в салон красоты? Откуда, черт возьми, это все? Похоже, твой день пройдет очень интересно, парень. Эми звонит. И как я должен ответить на звонок с этими штуками? Подожди, Эми, я пытаюсь. Я не могу нажать на экран. Погоди-ка, я сделаю это локтем. Нет, не сработало. Сработало? Ха-ха, тебе нравится твой новый маникюр? Да-да, очень смешно. Да уж, похоже. Этот день станет худшим в моей жизни. Учеба закончилась, можно пойти домой. Осторожно, этот парень сейчас свалится. О нет, я знала, надо было ехать домой на автобусе. Все отлично, я в порядке. Сейчас только шнурки завяжу. Тебе может понадобиться помощь, Кевин. Ой, да ладно. Я просто запихну шнурки внутрь. Никто не заметит разницы. Готово! Сколько бы мне сегодня поднять? Килограммов 15? Я должен это сделать. Почему так тяжело? Ладно, лучше перейдем к легким весам. Да, то, что нужно. 3 килограмма просто идеально. Ну, поехали! Когда поднимаешь веса, важно делать это правильно. Дышать и оставаться сосредоточенным на тренировке. Вау, Кевин, у тебя круто получается. О, мои руки, они такие слабые. Ну зачем ты так? Подтягиваться не особо сложно, верно? Эй, у тебя и один раз не получилось. Я, может, и не подтягиваюсь, зато могу укрепить мышцы спины. Вау, это сложнее, чем я думал. Ой! Нужна помощь? Да ладно, слезай уже. Давай покажу, как это нужно делать. Не могу поверить, что Вики сильнее меня. Эй, мышцы, я знаю, что вы где-то здесь. Она думает, что я слабак? Ладно, я ей сейчас устрою веселую жизнь.
Эй, Вики, не хочешь попотеть еще больше? Нет, 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 нет! О, мистер, держите меня! Да, это был дерзкий поступок. О-оу! Это все он меня заставил. О, упс, извините. Ваши друзья вечно висят на телефоне, даже когда вы гуляете вместе. Держись, Кевин, что бы ты ни говорил, это не оторвет ее от этой штуковины. Минуточку, я знаю, как привлечь внимание Вики. Вики, пол — это лава. А? О, нет. Куда мне бежать? Я помню, что там была урна. Я в нее обертку выбросила. Поторопись, девочка. Вики, ты что, реально собираешься туда забраться? О, нет, я застряла. Вики, ну ты даешь. Вам двоим лучше поторопиться. Лава все ближе.